Здравствуйте, гости, друзья моего канала. С вами Марина и мой канал «Марина и Орхидеи». Сегодня у меня очень радостный день. Распаковка посылки. Эта посылка пришла ко мне из Перми от Марии Бабиной. Это уже проверенный мной замечательный продавец. Орхидеи приходят отличного качества. У нее цветочный магазин. Всегда можно спросить, она подскажет, в каком состоянии орхидея, какая. Можно ее отправлять. Цены приемлемые. Очень часто бывают скидки. Замечательный продавец. Я всем ее рекомендую. Ссылку на ее магазин, на ее страничку ВКонтакте я оставлю в описании под видео. А сейчас приступим к распаковке. Вот такая неформатная посылочка. Орхидея высокая. Там одна орхидея. И она была запечатана в мешок. Это требование почты, чтобы посылки были одноцветные. Нужно либо запечатывать бумагой, либо вот в мешочек. Такая вот завернутая в бумагу, в крафт-бумагу, моя орхидеюшка. Я снимаю сегодня сама, я такая самостоятельная. Борьба с упаковкой. Хорошо запаковано. Посылка, кстати, дошла до меня с 10 числа. 10 числа я Маша отправила, а получила я ее сегодня, 15 числа. Вот такие корни, вы их уже видите. Грунт сухой. Я не тяну интригу, просто я одна. Вот такой красавец фантом приехал ко мне. Я хотела его купить здесь, у себя в Барнауле, но цена была 1900 рублей. Мне показалось, что это дорого. Я поискала эту орхидею, цена была 1300, у Маши я купила ее за 1200. Доставка была обычной почтой, не первым классом. У меня посылки доходят одинаково, что первым классом, что обычной почтой за 6 дней вот от Маши, за 5, за 6 дней. Какой смысл платить больше? Я считаю, что вот обычная почта. Вот такой красавец. Он засушил пару бутончиков, но это не страшно. Он такой красивый, он такой четкий. Но он запала мне эта орхидея. Уж очень хотелось ее приобрести. Вы меня понимаете. У многих она есть. У Танечки Гордеевой с канала Архалюб. Татьяна Гордеева Архалюб. Какая у нее красивая орхидея. Я тоже такую хотела. И вот она теперь у меня есть. Вот такая вот красотуля. Мне она очень нравится. Говорят, что она очень долго цветет. Сейчас после съемки я ее обработаю сыпином, полью, протру листики. А вот так я ее захотела сравнить со своим красавцем Пенифом. Посмотрите, расцветка очень похожа. Фантом немножко мельче. Губа чуть-чуть отличается, но в основном это очень даже похожие орхидеи. Вот такая радость у меня сегодня. Я очень рада, что могу похвалиться своей новинкой. С вами была Марина. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Оставайтесь со мной. И всем пока-пока. До новых посылок, до новых распаковок. До встречи на моем канале.